Пришел вот такой лазерный уровень зеленый с AliExpress. Здесь у меня включение. Вот зеленой линией бьет. Горизонт, вертикаль. Также у него есть отвес. Красная точка. Это отвес. Очень удобно, когда надо что-то перенести с пола на потолок, чтобы не вымерять этот уровень. Был такой случай, когда необходимо было от столешницы хром-трубу перенести на потолок натяжной. Вот, очень удобно. Отвес самоуравнивающийся. Так же, как и уровень. Уровень имеет переключение линий. Он мигает. Когда он мигает, значит, он не может выровняться. Линия ярче, тусклей. Ну и также несколько режимов переключения. Просто горизонтальная линия, просто вертикальная линия. Горизонтальная и вертикальная линия без отвеса. И просто отвес. Также уровень поставляется вот на такой подножке на магнитах, который можно прикрепить хоть так, хоть так. Ну, крутится, вращается. Вот такой уровень. Пришел вот такой уровень лазерный. Имеет он лазер зеленого цвета, луч. Есть горизонтальная и вертикальная линия. Вертикальная линия, получается, бьет практически с самого верха. И по низу. Здесь видно ее, но плохо. Вот она. Также она имеет отвес. То есть можно ее куда-нибудь поставить вниз. Точку какую-нибудь наметить внизу. Вот он мигает сейчас, то что он не по уровню стоит. Не может уровняться. Вот точка внизу, вон точка вверху бьет. Был такой случай, когда необходимо было от столешницы перенести хром-трубу наверх. Вот, очень удобно пользоваться отвесом. Также он имеет настройки толщину линий, яркость линий, слабее, посильней. Ну и три режима переключения. Просто горизонтальная линия, вертикальная линия, вертикальная и горизонтальная линия без отвеса. И просто отвес. Также у него такой держатель магнитный. Здесь такая крутилка. На магните он цепляется к металлу.